Пушкинцы. Так ласково называют себя те, кто учится в Брестском государственном университете. В этом сентябре дружную студенческую семью пополнили более 1000 юношей и девушек. Сейчас новички активно включаются в образовательный процесс и общественную жизнь. Я учусь на филологическом факультете на новой специальности информация и коммуникация. Я шел к этой цели на протяжении 2 лет. Я мечтал поступить именно на эту специальность. И именно Брестский государственный университет открыл мне возможность учиться недалеко от дома. Я очень рад, что я поступил именно сюда. В этом году я поступила в университет Александра Сергеевича Пушкина на первый курс, специальность естествознания, факультет биоэкологии. Я безумно рада, что я поступила. Это новый шаг в моей жизни. Я стала студентом. Это очень волнительно, влиться в студенческую жизнь. Общение. Этот особенный день дал возможность первокурсникам не только еще раз встретиться с друзьями и пообщаться. Появилась прекрасная возможность блеснуть своими талантами на сцене. В большом зале многолюдно, а повод собраться более чем весомый. Ежегодно в это время с теплотой и радушием первокурсников посвящают студенты. Несмотря на то, что мы уже все поступили, учимся 3-ю неделю, это безумно важное для нас мероприятие, это безумно важный день. Очень волнительно, потому что мы входим в ряды филологической семьи, это действительно для нас очень важно. Наш университет пополнился достаточно большой семьей первокурсников. 1100 человек. Студентов первого курса переступили порог нашего университета и вступили в дружную семью пушкинцев. Мы, конечно, очень гордимся ими. Почему? Потому что, во-первых, по большинству специальностей в этом году проходной балл на 40-60 баллов выше. Это значит, что к нам поступили очень хорошие студенты. Ну что ж, пожелаем первокурсникам удачной учебы в университете. Добрый путь, первокурсник. А то, что путь будет действительно добрым, нет никаких сомнений. В этом году среди абитуриентов вуза было максимальное количество ребят, которые набрали больше 300 баллов. А значит, через несколько лет отсюда выйдут тысячи ценных и востребованных специалистов, которые будут добросовестно трудиться на благо развития и процветания города и страны.